Послушай, Эмма, надо отсюда уходить. Мне тут не нравится. В смысле тебе тут не нравится? Мы пришли в клуб. Чего ты начинаешь? Ну, во-первых, в городе маньяк, и мне страшно быть. Я пойду, Сэм, а ты как хочешь. Послушай, не начинай, а. В смысле? А где Сэм? Не знаю. Куда она пошла? И что делать? Да что ты паникуешь, господи, пошла в туалет. В туалет? Она мне сегодня сказала. Да ну и что, расслабься и сиди. А, в городе маньяка ты любишь расслабиться. Ты вообще что, паникерша по жизни, я знаю. Боже, да тебе всегда было все равно на всех. Какая ты жестокая. Я не жестокая. Мы пришли в клуб расслабиться, а ты начинаешь со своей Сэм. Она пошла в туалет или подкраситься, а ты тут начинаешь. Подкраситься? Боже, ты вообще что ли не понимаешь? А чего я должна понимать? Я пришла расслабиться. Скоро придут парни. Что ты хочешь? Какие вообще парни сейчас могут быть, если... Ой, боже, я пошла домой. Ты совсем? Мы заказали коктейли. Ну, мне страшно. О, я не могу. И что теперь делать? Ничего, искать Сэм. Да она пошла в туалет, успокойся. В туалет? Я пошла проверю. Ну, давай, удачи. Хорошо. Боже, ну и паникерша вообще. Послушай. Боже мой, запыхалась. Фух. Послушай, моя нет в туалете. Как нету? Ну вот так. Она не берет трубку. Так, послушай, не начинай плакать. Расскажи поподробнее. Ну я позвонила, и она не отвечает даже. И в туалете нету. Я не знаю, где она. Я спрашивала у официанта, ее нету. Так, пойдем скорее отсюда. В смысле? Ничего не понял. И где девочки? Ну ладно. Надо поскорее отсюда уходить.